Ловить рыбу с лодок и катеров сегодня в Приднестровье разрешено только обществу рыболовов. Остальным запрещено. Уравнять в правах всех рыбаков призвал Минсельхоз Республики. Правительство поддержало. Если законопроект одобрят депутаты, ловить рыбу не только с берега можно будет всем уже с 1 января 2015 года. На сегодняшний день наши граждане переезжают на территорию Молдовы, покупают по 300 лей разрешение на право ловли сплав средств и ловят данную рыбу, пользуясь разрешениями документа Республики Молдова. Стоимость разрешения и категории льготников определит правительство. Предварительно это 200 рублей в год. Деньги, уходившие ранее на правый берег Днестра, будут поступать в бюджет Приднестровья.